Госномера на автомобиль в скором времени можно будет получить только по месту прописки. Ограничение понадобилось МВД для прогнозирования развития регионов и состояния дорожно-транспортной дисциплины. Нововведение заключается в том, что при постановке автомобиля на учет подразделение ГИБДД возможно будет получить номер только того региона, где зарегистрирован автовладелец. Ожидается, что данный проект документа вступит в силу вместе с законом о государственной регистрации транспортных средств 4 августа 2019 года.